Nokia 2630. Замена микрофона. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 2630». Микрофон чаще всего выходит из строя в результате засора. Помехи звукопередачи также зачастую определяются засором микрофона. Микрофон поддевается металлическим заостренным предметом и извлекается из акустического блока. Новый микрофон пинцетом устанавливается в акустический блок и фиксируется там легким нажатием. Положение контактов при установке микрофона не имеет значения, поскольку контактная площадка для него на плате круглая. Все, микрофон заменен